Всего за месяц спортсменки клуба «Вита Фитнес» сумели завоевать награды первенства Московской области по фитнес-аэробике, а также чемпионаты и первенства Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Как прошли соревнования, узнаем у Юлии Смогринской. С 10 по 11 марта в подмосковном городе Подольск впервые прошли зональные соревнования по фитнес-аэробике, чемпионаты первенства Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Это были контрольные старты перед чемпионатом и первенством России. В них приняли участие более 600 спортсменов из 11 субъектов Российской Федерации. По итогам соревнований Московская область оказалась абсолютным лидером по количеству медалей, оставив другие субъекты Российской Федерации далеко позади. 59 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых медалей. От нашего города выступали 4 команды из студии «Вита Фитнес» – «Чайка», «Фортуна Лайт», «Вита Стайл» и «Акварель». Самая старшая титулованная команда «Чайка» стали серебряными призерами в дисциплине степ-аэробика и на первенстве области, и на этих соревнованиях. В этой дисциплине очень серьезная конкуренция, по мнению тренера, между подмосковными командами из города Подольск «Зефир» и Егорьевска «Карусель». Поэтому с каждым годом программы становятся все сложнее и интереснее. Команда «Чайка» в прошлом году завоевала второе место на первенстве в Нидерландах, поэтому спортсменки были удостоены знака отличия «Спортивная доблесть второй степени». Премию губернатора Московской области, и им присвоен разряд кандидат мастера спорта. У нас сейчас будет Россия, и на этих стартах мы покажем, что мы способны. Остальные наши спортсменки выступали в возрастной категории 11-13 лет. Весь пьедестал завоевала команда Московской области. Золото досталось команде «Фортуна Лайт», серебро «Вита Стайл». Наша команда «Акварель» только первый год выступает в этой возрастной категории и очень успешно. Это команда «Акварель». Она в этом году на первенстве области заняла 4-е место. Конечно, бы хотелось, чтобы они были в призовых местах, но я все-таки считаю, что они выступили достойно. Действительно, тоже была новая программа, интересная музыка, новые костюмы. Лучший результат показала команда «Вита Стайл», заняв второе место, уступив команде «Победа» из Егорьевска. В рамках этих соревнований проходило открытое первенство городского округа Подольск среди детей 8-10 лет, в котором приняли участие 105 детей из 6 субъектов Российской Федерации. Хотела сказать, что это самые юные команды. Это команды... Раньше она называлась просто команда «Твистер», но теперь девочек достаточно много, и количество участников спортсменов изменилось, только 7 человек, поэтому я разделила команды. У нас есть «Твистер-1» и «Твистер-2». В степ-аэробике «Твистер-1» занял 3-е место, «Твистер-2» заняли 5-е место. В дисциплине аэробика выступили лучшие спортсменки из 2 команд, и по результатам соревнований из 10 команд они вошли в финал и стали 5-ми. Все лобнинские команды занимаются под руководством тренера Ирины Беляевой. Она считает, что для «Твистер» это очень хорошие результаты, так как девочки второй год выступают на соревнованиях в дисциплине степ-аэробика. До этого они выступали в городе Протвино на первенстве области и стали лучшими среди подмосковных команд в этой возрастной категории, завоевав золото и серебро. В целом тренер очень доволен результатами всех команд. Но расслабляться рано, впереди первенство России, которое состоится с 26 по 30 марта в Москве. Наш город будет представлять 3 команды – «Чайка», «Фортуна Лайт» и «Вита Стайл». Юлия Смогринская, Алексей Орлов, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня».